Стой, стой! У тебя есть запасной фильтр для противогаза? Что? Дышать тяжело? Да. Мой фильтр крякнул, когда потолок обвалился. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 man-made, these were flies with bitter eyes. Есть разговор. Да. Конечно, говори. Это насчет моей мамы. Точнее, насчет того, что она нашла. Я не рассказывала тебе об этом раньше. Не знала, могу ли я тебе доверять. Мне кажется, я знаю, почему они забрали мою маму. Она была опасна для Нар. Это не было случайностью. Она кое-что видела, даже сфотографировала. Когда Нар только появились здесь, они притворялись друзьями. Предложили бесплатный медосмотр нескольким самоселам, даже обещали лечение для моей мамы. Конечно, это была уловка. Маму пригласили в лабораторию, и там она увидела кое-что, не предназначенное для ее глаз. Она была в их лаборатории? Надо было сказать мне раньше. Ты знаешь, что именно она видела? Они проводили эксперименты с чернобылитом на людях. Только на добровольцах, разумеется. Ага. А вскоре после этого люди начали пропадать. Мама тоже пропала. А та фотография до сих пор у тебя? Нет, мама всегда носила ее при себе. У тебя есть другие доказательства маминых слов? Нет, но я не представляю, зачем ей врать о таких вещах. Она хотела для самоселов только добра. Мама была готова пожертвовать всем ради других. Она так мечтала помочь тем, кто пострадал от чернобыльской катастрофы. Она поплатилась жизнью за свое доброе сердце. И теперь мне нужно выяснить, что произошло, и добиться справедливости. Я понимаю тебя, правда. Похоже, она была потрясающей женщиной. Как я могу помочь? Я знаю, что многого прошу, но я хочу узнать, что именно мама увидела в лаборатории на площади Ленина. Тебе нужно туда попасть. Там наверняка найдется какой-то компромат на Нар, и это может помочь тебе в поисках Татьяны. Если она внутри зоны, то наверняка как-то со всем этим связано. Будет непросто, но я попытаюсь. Игорь, есть минутка? Слышал, ты разговаривал с нашей волчицей. Я не хочу, чтобы ты шел на площадь Ленина. Не думаю, что ты готов. Кто знает, с чем ты там столкнешься. А мне кажется, я доказал, что могу о себе позаботиться. Ты умеешь использовать энергию чернобылита. Это впечатляет. Но что, если они научатся блокировать ее? Наверное, ты прав. Что предлагаешь? Я этим займусь. Со сломанной рукой. К тому же мы понятия не имеем, что там. Скорее всего, только ученый сможет правильно оценить ситуацию. Я тоже не полный идиот, знаешь ли. Как-нибудь смогу отличить центрифугу от, не знаю, миксера. Конечно, сможешь, Оливер. Не обижайся, но я по-прежнему думаю, что пойти должен я. Желаю у вас, ясно-то. Или... Ihmeessä Red Forestin tutkimista Olkalla on 0% mahdollisuus onnistua. Tuo on varmaan mättö enimmäkseen. Thank you.
Tämä menee nyt hyvin. Георгий Семенов. Старый добрый Дед Мороз. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? С чего бы ему работать на нар, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. Onko se KGB:n agentti ollut? Sieniä. Ihan oikeesti noitten sienten määrä niin kun haittaa mua eniten. Okei, tuossa on tuo radioaktiivisella alueella noin sinne. Käsi. Olostusvaivoja. Tuo tunneleissa. Mites sinne oikein pääsi? Пришел. Погоди.
Ты не из моего отряда! А ты наблюдательный. Вижу, ты попал в неприятную ситуацию, дружище. По-твоему, это смешно? На меня свалился кусок потолка. И я и пальцем пошевелить не могу. Я сообщил своему отряду. Они будут здесь с минуты на минуту. Ну, тогда удачи. Стой, стой! У тебя есть запасной фильтр для противогаза? Что, дышать тяжело? Мой фильтр крякнул, когда потолок обвалился. Мне бы пригодился запасной, на случай, если мое спасение затянется. Вот, держи. Что бы я канатал? Sissimoodi päälle, koska siellä on todennäköisesti noita sotilaita partioimassa.
Oli kyllä vähän turha räiskintä, suoraan sanottuna. Hirveä määrä lyijyä ja mitään tota noin niinku... muuta kuin tappioita. Ei kannattaisi räiskiä, näissä menettää resursseja. Тебя тут увидеть. Ты... Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Ну, ты пиркам будешь тревожить. Я так рад тебя видеть. Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно. Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Ими-скокейда. Удивительное создание, очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Значит, это Семенов. Скользкий тип. Я бы ему на твоем месте не доверяла. Отчеты в заброшенном детском саду? Это был непростой детский сад. В те времена за нами все время следили. Люди, которые хотели нами управлять. Я пытался тебя от этого оградить. И здесь хранятся архивы КГБ. В этих подвалах можно многое найти. Скажите правду, профессор. Вы подписали с НАР какой-то пакт? Пакт? Как драматично, как зловеще. Я подписал договор о неразглашении и рабочий контракт, да. Но я не отвечаю за то, как они управляют своими объектами. Для этого есть другие люди. Ты понимаешь, как важно то, что здесь происходит? Такое нельзя доверить дуракам в униформе или дуракам в костюмах от Армани. Чтобы изучить свойства чернобылита, нужны настоящие профессионалы. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка. А твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди.
Että kellarissa on dokumentteja. No, sen saattojoukku on kyllä tuossa maassa nyt tällä hetkellä. Että... myrsky ei ole vielä pahasti päällä. Maagiset sienet tosta mukaan ja sitten... kukaan mä täällä käyny... kellarissa löytämässä jo... okei, myrsky on tulossa. Sitten pitää pitää kiirettä. Siellä on sotilaita. Poistuminen samaa reittiä pitkin kuin tultiinkin. Tää on aika hauska toi musta stalkeri on niinku kirittäjänä periaatteessa. Siellä tapahtuu jotain jännää kyllä. Niin muuta kun sitten vaan craftaamaan ja... se taitaa olla siinä sitten tämä reissu. Thank you.
Vielä ainakaan sitä tohtoria saat mukaan. Rakennella lisää tänne. Se nyt vaihti building toolsit on. Shotgun slageja. Smithi on. Containereja tarvitaan kohta lisää. Hienova. Tää itse asiassa menee sen verran hyvin, että tähän voisikin niinku lopettaa, niin. Se olisi kertonut tuossa mulle, jos mulla olisi jotain muistoja, mitä voi katsella. Mutta tämmönen tarina tällä kertaa. Ensi viikko tulee olemaan vähän erilainen. Ja viikonloppunakaan en välttämättä hirveästi voi striimata, mutta yritän kuitenkin. Ei muuta kuin hyvää ilanjatkoa ja hyvää yötä. Täältä.